Продолжаем. В преддверии Дня Победы в стране стартовала акция «Бессмертный автополк». К ней присоединились белгородские росгвардейцы со всего региона. Сотрудники вневедомственной охраны перед выходом на маршруты патрулирования разместили на служебных автомобилях фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны. За каждым портретом история подвига, семейная легенда и нравственный ориентир. Мой дедушка родился в 1926 году. С малых лет попал на войну, где-то 16 лет. Он участвовал в Курской битве. Дошел до Берлина, был тяжело ранен в правое плечо. Я горжусь своим дедушкой. Сегодня с коллегами Росгвардии мы участвуем в всероссийской акции «Бессмертный автополк». Принять участие в акции «Бессмертный автополк» могут все желающие. Отметим, что портреты родственников ветеранов следует размещать на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, там, где они не будут ограничивать обзор с места водителя.